9 декабря вся страна празднует День Героев России. Этот день объединяет офицеров силовых ведомств, пожарных и спасателей, пилотов гражданской авиации и многих других, кто бескорыстно и самоотверженно служит отчизне. Так, представители госструктур города Каспийска поздравили с этим знаменательным праздником семью Героя России Энвера Набиева. В ходе встречи родственники рассказали о его детстве, наградах и успехах. Сын Энвер родился в городе Каспийске. В 1988 году ходил в ясли, садик, в шестую школу пошел, первый класс, и учился в шестой школе. Его первая учительница была Елена Петровна Юсупова. Очень она много дала Энверу в качестве знаний. Энвер Набиев с первых дней участвовал в специальной военной операции. В бою он уничтожил до 50 военнослужащих украинской армии и был удостоен звания Героя Российской Федерации. Его мать рассказала о своих эмоциях, когда впервые узнала о подвиге своего сына. Конечно, была гордость и переживание, то, что он это все пришлось ему перенести, все эти тяготы. И гордость, конечно, была. Отметим, что приняли участие в визите заместитель главы Каспийска Руслан Учакаев, начальник управления культуры Аскерхан Гасанов, директор Центральной библиотеки имени Фазу Алиевой Мадина Тимирова и многие другие. Завершилось мероприятие стихотворением в исполнении воспитанника школы номер 1 города Каспийска, участника клуба молодого патриота Отечества Амира Чекалкина.